Здравствуйте, с вами Хиллари Уокер, жена пастора Дерека. Рада снова быть с вами. Я хотела бы продолжить говорить с вами о том, что уже очень давно горит в моем сердце, а именно о свободе через прощение. Мне непросто было прийти к этому, потому что мне было очень сложно прощать. Напомню, что в прошлый раз мы читали Евангелие от Матфея, 18 главу, притчу о непрощающем слуге. Как вы помните, этот парень взял у своего господина 10 тысяч талантов. Надлежащим наказанием было бы продать всю его семью в рабство, а его самого бросить в долговую тюрьму, которая, как мы выяснили в прошлый раз, была ужаснейшим местом. И мы думали, что после прощения ему такого большого долга он и думать забудет о том, что ему должен его товарищ, который задолжал ему всего 100 динариев. Этому слуге простили 10 миллиардов долларов, а он не захотел простить своему другу 100 долларов. Но при этом у него осталось сильное желание вернуть себе свои деньги. Он полностью забыл о милости, проявленной к нему царем. В его случае именно царь понес потери. Именно царь остался без 10 миллиардов долларов. А теперь давайте откроем вместе Евангелие от Матфея, 22 главу, и прочтем стихи 36 и 38. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Так почему же многие христиане не любят Господа всем сердцем, всей душой и всем разумением? А сейчас я хотела бы помолиться за то, чтобы Господь открывал наши глаза, когда мы будем изучать Писание. Дорогой Отец, во имя драгоценного Господа Иисуса Христа, прошу Тебя, открывай наши глаза и сердца, чтобы мы видели, сколько всего Ты простил нам, и чтобы понимали, что обида дает нам не свободу и отделяет нас от Тебя. Ты хочешь быть ближе к нам. Спасибо за то, что просветляешь нас. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, почему же христиане не любят Бога всем сердцем и всей душой? Я думаю, это потому, что они не считают свои грехи такими уж важными. Слово «грех» стало почти что ругательством в современном мире. Те вещи, которые не одобрялись 20 или 40 лет назад, а 100 лет назад вообще считались запрещенными, сегодня считаются вполне нормальными. Это не грех. Это просто часть жизни. Причина, по которой мы можем быть жестокими и непрощающими, это то, что мы не осознаем, как сильно Господь любит нас и сколько всего Он простил нам через свою смерть на кресте. Наше прощение стоило Ему всего. А если мы не ценим того, что сделал для нас Господь, то мы продолжаем жалить друг друга. Давайте рассмотрим еще одну историю, которая мне очень нравится. Она находится в Евангелии от Луки, 7 главе, 36 и 47 стихи. Она называется «Прощенная грешница». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром.
Итак, фарисей пригласил к себе в гости Иисуса. И дальше мы увидим, что он был не слишком любезен с Иисусом и не делал того, что должен был делать для почетного гостя. 39 стих. «Видя это, фарисей, пригласивший его, но относившийся к нему не очень гостеприимно, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Кстати, когда мы были в Израиле, я видела, что некоторые иудеи даже убирают в сторону свою одежду, когда мимо проходит женщина. Помню, как однажды мы летели в Израиль, и я просто не могла поверить своим глазам. Мы сидели в ряду, где было три места, рядом четыре, а за ними еще три. С одной стороны у прохода сидела девушка, а рядом с ней сидел очень религиозный иудей. И он позвал стюардессу и попросил ее пересадить от него эту девушку, потому что ему не положено сидеть так близко к женщине. Я подумала, а почему они его не пересадят? И эту девушку пересадили с ее довольно хорошего места непонятно куда. Думаю, она заслужила место в первом классе, но не думаю, что так и было. Если сейчас такое происходит, то можете представить, насколько строже порядки были тогда? Думаю, тот фарисей был оскорблен тем фактом, что та женщина пришла в его дом, и к тому же она плачет и трогает Иисуса. Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Иными словами, да, Симон, ты любишь не очень сильно. Эта женщина пришла именно так, как изображено на этом рисунке. Думаю, она была смелой. Она пришла из мира. Я, кстати, очень сопереживаю таким женщинам с улицы, потому что многие из них были обмануты мужчинами. Очень часто сами мужчины заставляют их заниматься проституцией. И каждая заработанная ими таким ужасным способом копейка уходит к их хозяину. Это сплошь и рядом встречается в Англии, в Европе и любой другой стране. Эту женщину, как и многих проституток, считали мусором. Но это не так. Бог очень сильно любит их. Дорогая моя, если вы когда-либо были в такой ситуации, знайте, вы прекрасны. Бог любит вас, и у Него есть план для вашей жизни.
Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Очевидно, себя он грешником не считал. Иногда и мы, христиане, склонны так думать. В мире много грешников, а я не такой. Хотя, если честно, мы тоже грешим, а иногда грешим просто ужасно. Затем Иисус рассказал фарисею Симону одну историю. Если перевести на наш язык, то она о том, что один человек должен кредитору $5000, а другой — $5. Ни один из них не мог вернуть долг, и они были полностью прощены. Какой из них будет любить простившего их больше? И, конечно же, Симон дал правильный ответ. Много лет назад я знала одну женщину. Она была постарше, но и в церковь ходила дольше, чем я. Она родилась свыше значительно раньше меня. Помню, как мы произносили молитву «Отче наш», где сказано: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А она сказала: «У меня нет грехов, которые нужно прощать. Меня не за что прощать». Серьезно? Я была так удивлена, что у меня не было слов. Несчастная женщина. Какое заблуждение. Если мы не признаем свои грехи и не просим Бога простить нас за них, то это становится барьером между прекрасными, живыми отношениями с Господом. Да, Он уже заплатил за это, но нам нужно принять Его дар прощения. А если мы считаем, что мы не согрешили, то как мы можем принять этот дар? Мы думаем, что с нами все в порядке. Если мы так думаем, что, кстати, очень опасно, мы не можем принять любовь Господа, которую Он выливает на нас. Он очень хочет, чтобы мы пришли к Нему. И мне нравится, как Иисус переводит тему обратно на фарисея, потому что тот смотрел на эту женщину свысока. Иисус напоминает ему о трех его ошибках в тех вещах, которые он должен был бы сделать для почетного гостя. Иисус сказал: «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал». А это очень грубо, потому что после пыльных дорог ноги были грязными. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, не поприветствовал поцелуем, а это очень важно. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня не щеки, а ноги, которые считались самой грязной частью тела. Она не перестает целовать мне ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. У нее был алебастровый сосуд. Надеюсь, я произнесла это правильно. Алебастр — это дорогой камень, поэтому в таком сосуде должен был находиться довольно дорогой парфюм. Не знаю точно, но, кажется, это были все ее сбережения. И она вылила все это на ноги Иисуса. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие. Я не глупый, я знаю, что у нее много грехов, но она прощена. За то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Как ты, Симон. Причина, почему многие из нас не любят Иисуса больше и не ценят Его прощения еще глубже, в том, что мы не знаем, сколько всего нам было прощено. К примеру, мама моей подруги была полностью уверена в том, что не сделала ничего плохого за всю свою жизнь. А Иисус сказал: «Кому многое прощено, тот сильно любит». Он не говорит: «Идите и грешите побольше, и тогда вы сможете сильно любить ближних». Он говорит: «Вам нужно понять, какой вы большой грешник». Есть песня «Эй, большой транжира», а у нас «Эй, большой грешник». Поймите, какой вы большой грешник.
И если бы вы были единственным человеком на земле, то Он пошел бы на крест только ради вас. Это любовь, настоящая любовь. Да, Он умер за грехи всего мира, но в частности, Он умер и за ваши грехи. Осознайте это. Иисус прошел все это ради вас. Если вы посмотрите фильм «Страсти Христовы», то увидите Его муки и страдания во всех красках. Но даже это не передает весь ужас случившегося. Мышечные ткани разрывались, отовсюду лилась кровь. Многие люди не выживали в таких условиях. Мы детально разбирали это в прошлый раз. Нам нужно понять размер нашего долга перед Богом. Это как 10 тысяч талантов из притчи в Евангелии от Матфея. И при этом не пытаться вернуть те $5, которые задолжал нам другой человек. Какое же решение или лекарство предлагает Иисус от непрощения? Непрощение на самом деле против нас. Если вы держите обиду, она начинает держаться за вас, давить вас и выжимать из вас жизнь. Я знаю, о чем я говорю. Иисус сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Это Его повеление нам. Когда Иисуса пригвоздили ко кресту, Он сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Свобода через прощение очень и очень важна. Настоящая любовь не помнит зла. Но при этом многие из нас запоминают все зло, сделанное нам. Перед началом съемки я рассказывала ребятам, что до христианства и даже в первые годы христианства я записывала в блокнот всех, кто должен был мне деньги, хотя при этом у меня была почти фотографическая память на такие вещи. Я хорошо знала, кто и когда брал у меня взаймы. И я не могла успокоиться, пока не получала свои деньги назад. Помню, как в детстве мой брат одолжил у меня... Я не давала на это согласия, но он взял деньги из моей шкатулки. Это было давно. Кажется, он пригласил кузину на чай, а денег у него не было. Родителей в то время не было дома, только няня, которая сидела со мной. И он взял деньги из моей шкатулки. Я кричала, плакала и устроила истерику, потому что он украл мои копейки. К сожалению, я перенесла это отношение и во взрослую жизнь. Но Иисус сказал, что любовь не помнит сделанного ей зла. И мне пришлось учиться из Библии тому, что нужно прощать людей, потому что я была в тюрьме, возведенной собственными руками. Когда-то я работала с одним мужчиной. Я была его начальником, и его очень задевало то, что его начальник — женщина. Он считал себя значительно лучше и талантливее меня. Не знаю. Может быть, он и был прав. Но меня назначили его начальником. И он делал все, чтобы дискредитировать меня в глазах других работников. Он постоянно критиковал меня и обсуждал меня за моей спиной. В результате одна из работниц была очень груба со мной, хотя я была ее начальницей. Однажды он дал мне список вещей, которые нужно было купить. Деньги были у меня, поэтому закупками занималась я. Я все купила и принесла ему. На следующий день он говорит, довольно грубо: «Эй, вы не принесли мне это и это. Это же было в списке».
Но список у меня сохранился, и я показала ему, что этих вещей в списке не было. Он вырвал список у меня из рук, бросил его в воздух и сказал: «Ну и что?» Этот человек постоянно доставал меня, а я уже была христианкой. Я поняла, что в моей жизни что-то не так. Я даже спать не могла. Мне постоянно снились сны и кошмары об этом парне. И однажды, когда я готовила что-то на кухне, Господь помог мне прийти в чувство. Я должна была налить на сковороду масло, и я начала лить жидкое мыло. Я подумала: «Да что же со мной такое?» Помню, как я приложила руку ко лбу и сказала: «Отец, что со мной не так? Я схожу с ума». Я мучилась днем и ночью. Днем и ночью. И Господь сказал мне: «Ты его так и не простила, не так ли?» Но я задумалась об этом и на следующий день. Когда-то мы любили ходить в одно приятное местечко под названием Литлвудс. Это было очень давно. Верите или нет, но там можно было купить полноценный завтрак за 2 фунта. Туда мы ходили с пастором Дереком каждые выходные. Я рассказывала ему эту ситуацию, а он сказал мне, что у меня твердое сердце, и оно съедает меня. Он сказал, что мне нужно простить и отпустить того парня, иначе я навсегда останусь пленником каменного сердца. Я попросила его помолиться за меня. Вокруг нас сидели люди, но я была в таком отчаянии, что была готова молиться вслух, и мне было абсолютно все равно, что обо мне подумают. И Господь показал мне, что мое сердце — это сад. И там должны быть прекрасные цветы, но он весь оброс огромными сорняками. Они были большими и крепкими и убивали все живое вокруг. Это было похоже на гору. А Иисус сказал: «Если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». У меня была гора непрощения, и я сказала вслух: «Отец, прости меня. Я виновата в непрощении и в том, что не ценила, сколько всего ты сделал для меня. Я принимаю решение простить этого человека». И я произнесла его имя. «Я прощаю тебя за все твои грехи, они действительно были ужасными. Я прощаю тебя за все, потому что Бог простил мне куда больше. Горький корень, я приказываю тебе убраться из моей жизни, вырваться с корнем и кануть в море забвения». Я сразу же почувствовала облегчение. Я увидела, что в моем саду больше не было сорняков, и красивые цветы могли спокойно расти. Горький корень может убить вас. Я очень быстро опускалась вниз, и я благодарна Богу за помощь. Но мне и дальше нужно быть осторожной, когда кто-то грешит против меня, чтобы не говорить: «Я не заслужила такого обращения, и я не обязана никого прощать». Но на самом деле это духовное самоубийство. Мне просто необходимо прощать. Мне это нужно больше, чем тому, кого я прощаю. Мы должны не связывать людей, а давать им свободу. Я отпускаю их и молюсь за них. Если кто-то не выходит у вас из головы, как это было со мной, вы должны это делать. Я видела того парня везде. Не позволяйте людям поселяться в вашей голове. Это не очень хорошая идея. Если что-то грызет вас, или вы не можете выкинуть кого-то из своей головы, то, скорее всего, это горький корень, который портит вашу жизнь. И вы можете избавиться от него с помощью молитвы. Давайте помолимся вместе. Отец, прости меня, пожалуйста,
за все мои грехи и за мое непрощение. Господь, я также прощаю этого человека. Назовите его имя и то, что он вам сделал. Он согрешил против меня, но за то, что Ты, Господь, простил мне все, и потому, что я люблю Тебя и хочу быть ближе к Тебе, я прощаю его. Я прощаю во имя Иисуса. Отец, Ты сказал благословлять тех, кто нас преследует. Благословлять, а не проклинать. Молиться за них, а не обижаться. Поэтому я отпускаю этого человека и провозглашаю благословение в его жизнь. Господь, открой его глаза, чтобы он мог увидеть Твои блага и благословения во имя Иисуса. Аминь. Отец, спасибо Тебе за все, что Ты делаешь. Я хочу показать Вам наглядный пример. Как можно поймать обезьяну? Некоторые из них не такие уж маленькие, и они могут украсть у вас все, что угодно. Здесь у нас банан, который обезьяны очень любят. Меня поражает то, что они едят их вместе с кожурой. И вот мы кладем этот прекрасный банан сюда. Обезьяна приходит и хватается за банан, но не может достать лапу из банки. Видите? Она не может этого сделать. Охотник стоит неподалеку. И вот обезьяна уже поймана. Также, если мы держимся за обиду, злость и горечь, то это никак не вредит нашему обидчику, но это отравляет нас и даже сказывается на нашей иммунной системе. Мы можем даже заболеть и открыть нашу жизнь для других неприятных вещей. Итак, спасибо за внимание. И не забывайте, что нам не нужно держаться за непрощение. Дорогой Отец, во имя драгоценного Господа Иисуса Христа, прошу Тебя, открывай наши глаза и сердца во имя Иисуса.